Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, а смотрите продолжение сетевой партии на восьмерых, в которой я играю за нового лидера Сундиату Кейту, Малийца. Да и все мои соперники играют тоже за новых лидеров из лидер-пасса. Решили посмотреть, как оно будет. Но все подробности и начало в первой серии лучше перейдите к ней, ссылка на весь плейлист в описании в прикрепленном комментарии. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, большое спасибо вам за поддержку. А всем вам приятного продолжения просмотра. Пойду лес вырубать. Чтобы быстрее построилось. Быстрее мы пророка могли взять. Ну, все подключились? Да. Ну, да. Если мы ходим, то уже все подключились. Так, международную торговлю открыли. Мастерство, наверное, давайте. Тем более, что оно ведет к политической философии. Алёш. У меня такая интересная ситуация, впервые вижу в шестой цивиле, просто интересно. Вот у меня город 4 жителя, но обрабатываются жителями только 3 клетки. А четвертый житель, интересно, он просто его типа просто нету? Или он дает... В пятерке он молоток давал, а тут... Ну, то есть у меня просто нету клеток для обработки, возможно, для четвертого жителя, хоть какие-то. Так, так. Лёш, давай. Как у тебя город на 4 жителя, но нет клеток? Ну, не может такого быть. Пустыня? Как? Может. А, пустыня. Точно. Тогда сложно предположить. Ясно. Ну вот. Опять? Да, Панини отключился. Сейчас перезахожу. Есть еще шанс на золотой век, в том случае, если я кого-то встречу следующим ходом. Тогда, возможно, имеет смысл купить галеру. Я, видите, пока не покупаю поселенца, хотя могу его купить. Меня в лобби пустило, сейчас перезахожу. Пинги проверил? Да, порядок синхрон идет. Ну, точнее, присоединение. Кстати, подождите, а железо мы не открыли же, да? Может, мне железо открыть сначала? Вряд ли я 3 варваров уничтожу. Ну, хотя вот я убиваю тут, но я больше, по-моему, варваров не убивал. Видите, мне... Вот если он, например, сейчас об меня убьется, мне немножко не... одного хода не хватает, чтобы этот лагерь разрушить. Так было бы еще 3 очка эпохи. Странно, вот тут кто-то должен быть, а мы его не видим. Тут явно кто-то должен быть, не может быть, чтобы тут пустое место было. Так, это не я, не надо передать. Блин, ни одного производства, что ли, не хватает? А не, хватило.
О, так слушайте. Слушайте, а можно убрать таймер? Я тут не успеваю религию взять. Рим предложил. Хотя не, успел, успел. Все, зашибись, ребята. А, таймер, я это религия. Так что, ты говорил, ты раньше меня возьмешь, да? Как-то странно получилось. На тот ход у тебя еще не было религии, когда вот, ну, на этот же ход мы заканчивали. Так я подрубил лес. Я тебя спрашивал. Видишь, не так... надо говорить. Ну вот зачем? Да нет, я же сказал, что я не буду так поступать и не буду брать. Так я хотел взять, а ты его испугал, и он взял. Ну, блядь. Трудовую? Не, почему? Я лес подрубал в любом случае. Потому что я не выходил тогда в золотой век, если бы я не взял сейчас религию. Тут дело не в том, что вы берете, а потому что мне нужно было в золотой век выйти. Так, ну теперь пора покупать поселенцев. Им еще одно предложение. Я взял религию, если что, забыл сказать. А, ну все, окей, мы разные взяли, в пух. О, вот где у нас был. Японец. Нет, какой этот... Политическую философию надо. Так, а тут... строителей... Нет, на этом мы все будем покупать. Так что оставлю производство и оставлю против варваров. Окей. Кстати, а может пирамиды построить реально? Здесь, потому что тут, я думаю, еще ромашку сделать. Вот если бы сюда пирамиды ставим, я думаю, вот сюда поставить правительственную площадь. Ауч, сейчас больно ударит меня. Надо было вместе с поселенцем идти, я думаю. Сюда поведем куда-то ставить. Кстати, давайте эту клетку обратно Ене отдадим. Хоть какой-то житель там работал. Так, ну и в Ене надо купить рабочего, купить клетку с ртутью и строить священочку. Политическую философию, потом теологию. Хоть производство появилось. Квадрирема одна, не должны вроде убить нам. Пращника. Да, и здесь не должны убить. Более, что мы в защите будем стоять. Так, этого я сюда хотел. Лучше сюда, конечно, но тогда у нас тут не влазит город. А, подождите. Подождите. Я ж могу... Блин.
Блин, можно как-то лучше поставить. Только не могу сообразить, как. Я все равно пока туда веду. Так, тут священное место ставим. И покупаем строителя. Ну, конечно, лучше вот сюда было бы поставить, мне кажется. Или вообще сюда. Но тогда здесь никуда не влазит город. Тут же соседство именно, чтобы было с пустыней. Не на саму пустыню, а чтобы соседство с пустыней было. То есть эта клетка нормальная. То есть будет плюс 5. Но тогда здесь город не влазит. Наверное, все-таки надо ставить, иначе тут жопа. С варварами. Блин. Ну как это так происходит вообще? Ну блин. Говно. Ой, блин. Ну как ты тут оказался вообще? Вообще армия нужна. Ну, сюда все-таки будем ставить. Или сюда. Тут больше... И так три, и так три. Но зато проплыв будет из озера. Наверное, сюда поставлю. Город случайно варварами не берется? Нет, походу нет. Не захватил рабочего. И этот куда-то сюда еще идет, блин. Надо смотреть, куда он поведет. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! А вон где Конго. Ясненько, тут Япония, Конго с этой стороны. Ну что он тут стоит копьем своим? Ну, кстати, мы где-то здесь еще город можем поставить. Хотя бы две пустыни будет соседствовать. За три хода четыре извержения. Блин, а почему вот так он пойдет? Еще один вулкан прямо возле него. Блин, так все неудачно. Просто какие-то... Ну, давайте еще из залагов куда-нибудь этот прачник не туда. Ну, харе лагать.
Боже, дайте взять. Ребята, ну дайте походить, хватит метки. Вы без меток вообще не в состоянии, да? Блин, я не знаю, у меня не лагает вообще. Тоже не лагает. В тот же момент, когда ты говоришь. И вообще в целом. Странно. Ладно, давайте против варваров возьмем. Блин, ну я боюсь сейчас отправлять караван. Ладно, из НН тогда. Ну, пирамиды 100% я построю. Вряд ли у кого-то такой же, это типа, и пустыня, и, о, бля, бессмертный. Но это какой-то просто... Это какой-то мрак. Вот куда он его тянет? Тридцать пять и 50. 85 денег надо. Оракул японец. Блин, пиздец, просто это, извините, но... Это какой-то просто мрак. Такая какая-то невезука в этой игре. Давайте открою тут. Чисто посмотреть, что за... Клеточка. Ну, не знаю, это упадет город. Если он будет двумя этими юнитами атаковать, бессмертный вообще... Неубиваемые какие-то. Если он двумя юнитами проатакует, жопа. А, слава богу, там американец забирает лагерь. Отлично. Фуф. Серьезно, вот американец сюда решил поставить город. Ясно. Ну, почему нет, кстати? В принципе... Американец предложение. Ну вот из-за его города я сюда уже никуда не могу поставить. Город на побережье будет следующим ходом. Так, давайте, во-первых, сюда лечиться. Следующим ходом сюда спустимся обрабатывать. Грего, у тебя будет религия? Все слоты заняты же. Маловероятно. Один... А, я что-то не обратил внимания. Это там просто вот эти четыре кружка, я, типа, свою не заметил. И что ты в мир несешь? Рост культуры и просвещения. Ну, короче, самая нормальная религия, которую ты можешь получить.
Таругу может Несу? Засоюзить. Неси. 5% к науке. Ну, давайте. Стоит. Почему нет? Неизвестный игрок. Что? Дед Бородет оракул построил. Все. Обидненько, Митя, да? Блин, почему пустынное чудо не у меня? Вот вопрос такой. Интересный. Что у тебя там? Есть вообще что-нибудь? Блин, 55 стало стоить. Ладно, ждем. Грега, дашь право прохода? Я тебе помогу отбить. И заберешь строителя. Ну, заберешь. Не, я ударю через реку, я не убью. Я просто помогу. Давай. Ну, ты не принимаешь. А во, успел. Так, Сугубу и театралки открываем. Алексей, вы далеко отсюда? Очень. Понял. Кстати, можешь сходить там в варварский лагерь. Чуть правее. Чуть правее, сейчас схожу. Блин, он ко мне, короче, побежал. Да забирай, забирай этого стрелка. Я попытаюсь. Он текает просто. Так, ну нам надо еще эту рыбу обработать. 55. Так что ждем здесь. Плюс я святилище строю, чтобы купить миссионера и распространить в Йене как раз два хода, иначе пока у нас тут не будет никакого производства. Блин, я не успел, к сожалению, я открыл теологию, но не успел поставить соседство. Это, блин, надо бы не забыть, когда драма и поэзия будет. Ну, как, выглядит так, что мы нападаем на Америку. Вопрос только на чем? На каких юнитах? Ну, видимо, на наших уникалах. А что там у нас вообще? Заменяет рыцарей. Защищают от разграбления торговых юнитов. При победе в бою дают золото, равное 100%. Ну, такой рыцарь, конечно. Средненький. Убилась галера Абгал. Навигация по звездам. Грега, о, следующая сделку, после денег. Кайф. Там. Когда? У меня плюс 15 вход, то есть за два хода. Так, святилище, священное место, ну и сугубы, два хода, да, до сугуб. Тогда я тут отложу просто на один ход. А сугубы у них какой-то специализированный, заменяет центр коммерции. В этом городе здания района при покупке за золото или за веру обходятся на 20% дешевле.
два золота за каждое соседнее священное место. Ясно, короче, их вот тут надо будет ставить. И тут у нас 100% уже будет ромашка вот здесь. Придется здесь этот холм, конечно... Так, ну... Все равно я миссионера сейчас куплю. Не буду ждать сугубы. Хоть он дешевле, но надо в Йенне производство принести. Да, ё-моё. Ну, короче, всё, стыбрин у меня рабочий. Зашибись. Где это предложение? Не, пойдём лучше вот этих лошадей обработать. Не хочу собирать скот пока. О, железо. Подожду. Так, и тут мы отложили все это производство. Я опять не успел. Ладно, сейчас, сейчас главное не выбирать... что изучать в культуре. Сейчас мы возьмем соседство для священных мест. Двенадцать. Кайф. Теперь сугубы. Я понимаю, что тут плюс 5. Но, кстати, а вот тут можно, наверное... Блин, надо было медь, конечно, собрать. Давайте тогда... Куплю рабочего. Вот тут надо собрать медь и сугубу сюда ставить. Тогда пока... Пока строим... Нет, никакой район не... Амбар строим, потому что иначе он не вырастет никуда. У нас не хватит жителей. 2 единицы ртути обработано. А вторая где? Видимо... И вот тут у тебя... Видимо, Таруга? Нет. А кто уже в латниках-то? Ну, небось, Америка, нет? Нет еще. У меня у еще... У Китая пока... 42 науки. У кого 42? Китай. Но латники — это средневековье. У меня показывает, что еще никто в средневековье не выходил. Ну, значит, никто не в латниках. Ну, просто тут Египет латники душат варварские, это странно. Меня тоже латники варварские душат. Жесть. Может, изначально. У меня тут вот были... Ну, хотя в бессмертные уже могли быть выход. Бессмертные — это типа мечники, получается. Да. Лёш, ты разобрался с варварами, что тут были между нами? Да, да. Ну, ты лагерь убил, да? Да, а я юнитов. Меня добил. 2 пачки. Так, слушайте, реально, откуда у нас еще одна ртуть? Не, ну я поставлю, конечно, тут...
Промышленное производство. Так, рынок мы можем за веру покупать, кстати. Вопрос, надо ли? Я бы, наверное, ручками... Ну, хотя, с другой стороны... С другой стороны... Наверное, лучше ручками строить, что мы не можем за веру покупать. Так. Хотя, наверное, амбар. Надо тут до 7 жителей вырасти. Отправил. Правительственную площадь строить. Так, а он уже подсоединился, да? Что вы таймер запустили? Да, я же вижу. Пока стою, жду. Мне нужны еще деньги, не трачу. Давайте навигацию по звездам. Реально не понимаю, откуда у меня еще одна ртуть. Кстати, а что Таруга хочет? Торговый путь. Ну, нету у Таруги ртути. Откуда я вторую ртуть получаю? Без понятия. Реально странно. Карточка темного века 35 науки дает. Карточка. А чё там за карточка? Которая 75% науки в городах со священным местом и минус 25% культуры во всех городах. Монашество. Ну, круто. Я просто в шоке. Карточка просто. 35%. Убили скаута. Не добежал, тут Египет был. Так, тут надо вырубить главное влияние. Убери таймер, пожалуйста, Грег, там чувак без таймера сейчас не будет. Не, он подключился, он же все равно там подключился, у него будет столько же времени, сколько у нас. У него не будет таймера после рассинхрона. Грега, мы с тобой братуемся? Ага. Жду тебя в союзах тогда. Блин, тут выплыва нету. Не хочется еще одну галеру делать в море, из которого нету выплыва. Лучше уж тут где-нибудь поставлю, когда город. И то тут надо куда-то сюда ставить. Но мы тут без науки будем. Что нам следующий надо театралки ставить. Слушайте, а что у нас с заповедниками? Подождите. Не должно тут много престижа быть на самом деле. Да, так себе.
Так, слушайте, а что если мы у Таруги просто купим армию и этой армии? Да, только мне нужно еще послов, наверное, сначала. Ну, в принципе, 216. Просто снести Чарльстон и свой город поставить. Такая идея. Вот сюда буду ставить. А, мне даже акведук некуда будет провести, правда. Тогда, может, все-таки на побережье хотя бы чуть больше будет. О, мой рабочий был, я его не поймал. Это же мой рабочий. Блин. У двоих рассинхрон. А у кого еще? Максим и... Да, по ней не вылетело. Так. Я думаю, рынок... Ну, надо, наверное, купить еще поселенца. Сначала. Дальше апну в лучников всех вот этих ребят. Хочу посмотреть, далеко ли арбалеты. Недалеко. Слушайте, пойдем в арбалеты. Через строительство. Надо верховая езда, всадники. Я хочу американца. Как минимум Чарльстон снести. Но мне, правда, надо религия. В смысле, следующее правительство. А где у нас теологию не видно, да? Теологию не видно. Ладно, три хода как раз строим храм. И через три хода правительственную площадь. Так, я, наверное, все-таки рынок купил за веру. Сколько она стоит? 95. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас. Ссылка на весь плейлист прохождения в прикрепленном комментарии и в описании к этому видео. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.